Друзья, снова рад видеть вас на своем канале Insanus Balletus. И хочу вас сегодня порадовать вот таким вот анекдотом. Я его называю «Особенности национальной измены». Это такая ситуация, когда муж там приехал раньше времени с командировки или пришел там с работы, а жена с любовником в кровати, и вот как женщины разных национальностей ведут себя в такой щекотливой ситуации. Вот. Значит, американка. Муж заходит, она с любовником в кровати, и такая: «Сэм, ты мешаешь мне заниматься моим маленьким бизнесом». Франция, француженка, он заходит, она с любовником. И такая: «О, Луи, привет! Пьер, подвинься! Луи, прыгай к нам!» Россия. Заходит муж, жена с любовником в кровати, и такая: «Васечка, Вася, Вася, только не по лицу! Только не по лицу, завтра на работу! Только не по лицу!» И Украина. Лежит украинка с любовником, заходит муж, и она такая: «Тарас! Це ти? А це хто? Ой, я така затуркана, така затуркана». Вот такой вот анекдот. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Буду очень рад. Все, всем хорошего настроения, до новых встреч, пока!